Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, я на 42-м месте нахожусь в данный момент, да, Лига Тако. Как ты видишь, у нас кончается событие через 2 дня 7 часов. Также, как ты видишь, у меня 1085 кристаллов. Ну что, давай тогда открывать наборы. Поехали. Что же нам взять? Я даже не знаю. Давай, наверное, вот этот вот. Поехали. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Почему-то на легендарке, ребят, я не рассчитываю именно вот с этих паков. А если и выпадут, то, наверное, те, которые у меня уже есть. Ну что, поехали. Угу. Так, пошли редкие. Как ты видишь, это все у меня есть. Новинок нам никаких тут не подгоняют. Мега редкие. Так, этот есть. О, это хорошая, ребята, штучка. Ну и новиночка. И легендарка даже выпадает. Кто же это? Что же это? Оу, ребята, это круто. Вот это крутая легендарка, поверь мне. Это тот самый Гаргантюа. Если в него делать атаку, то он будет раскидывать еще других Гаргантюа. Я эту карту, честно говоря, давно хотел, и надо же, она мне выпала. Прикольно. Ну что, а зашел я для того, чтобы, ребята, естественно, пройти ежедневные задания. Выиграйте две игры растением-героем, то есть любым. Выиграйте игру с солнечным растением. Воу, вот это будет трэш. Нанесите 30 единиц урона зомби-героем. Блин, вот с солнечным растением, я не знаю, ребят, вот серьезно говорю. Как солнечным? Ну, солнечным, это только солнышко у нас, ребят, подсолнух. Да, щас, я, конечно, сейчас попробую что-нибудь намудрить. Солнце у нас хорошо пойдет. Ну, можно попробовать эту солнечную, грибную команду. Наверное, попробовать можно взять, поиграть ей. Да. Попробуем, чё? Слушай, у нас очень много дубликатов, я смотрю. Такс. Что у нас еще там? Может быть, вот этих еще взять двух? Что еще-то тут можно? У нас нет лужайки на добур, да, я так понимаю? Нету. Блин, я не знаю, можно на хилах попробовать, но... знает, как тут сделать-то лучше. Как тут сделать лучше? Роза здесь вообще нам не пригодится, мне так кажется. Чернику можно, конечно, было бы взять. Что еще? Так, а этот у нас, по информации, получает плюс 3. Это на ландшафте. Плюс 3 к чему? К атаке или к чему? К атаке. Ой, я не знаю.
Попробуем. Ну, все равно у нас другого варианта нету. Или так, или отхил. Тут одно из двух. Сейчас будет жесть. Блин, еще и дали бесенка. Бесячество собственной персоны. Угу. Ну, давай так оставим пока. Сделаем так. Две кукурузы. Слушай, а он же... Что он там понижает? Ага. Вот так вот сделаем. Шишка это хорошо. Шишка это важно. Что я здесь сделаю? Блин. Ну вот так лучше сделаем. Я не знаю, кто там у него. Твою налево. Надо было все-таки сюда ставить. Ладно, фиксим, ребят. Вот так вот, да, значит? Посмотрим, кто там у тебя. Блин, почему-то я не удивлен. Я вообще реализую сегодня эту шишку или нет? Ёк-макарёк. Ну, этого понятно, здесь бомбим. И все. Плохо. Плохо делает, друзья мои. Сейчас будет прокачиваться. Ну что, ландшафт открываем, да, или как? Слушай, он заколебал уже. О, как он делает. Давай, короче, я сделаю вот так вот. И вот так вот. Погнали. Посмотрим. Так, у нас должна сработать защита, по идее. Окей. Хлоп. Замечательно. Если у него еще один такой дурачок будет, то фейл. Все, ребят. Проиграли, к сожалению. Три в лицо. Я больше не уверен, что это вот ему сейчас вот выпало. Ничего я не мог здесь сделать, как бы я ни старался. Не дали мне реализовать, блин, эту шишку. Ладно, сейчас попробуем здесь. Опять бесячество, да что ты будешь делать? Ну и чё? Видишь, вот плохо, что у него нет ландшафта именно на добор. Давай я так вот сделаю.
Ага. Смотри-ка, а. Ну и фиг с ним. Угу. Поехали. Опачки, что утворяет. Давай тогда сделаем вот так вот. И вот так. Не забывай, что он сейчас может... Ага, вот так вот он решил сделать. Окей. Давай вот это уберем отсюда, с воды. Чтобы не мешался нам. Он сейчас сюда кого-нибудь может поставить, кстати. Уж не знаю, кто там, друзья мои. Блин, добор-то как бы не особо хотелось бы взять. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Опа. Опачки, кто у него здесь? Вот это плохо, что ты в него бомбанул. Ну что, ребят, реализуем тогда, получается, шишку. Этого можно куда-нибудь поставить? Куда его не поставишь. Там, мне кажется, еще один такой чувачок. А, нет. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай уничтожим его. Сейчас он, конечно, бомбанет в лицо. У него бесята. Если сейчас бесят вызовет, будет плохо. Так, получается 6. Еще 6 хп у него останется. Ну и молоточек. По-моему, там, ребята, это ковбойша, как мне кажется. Я могу, конечно, ошибиться. Твою налево, нет, не ковбойша. Даже так? А, вот у него что. Вот он для чего сделал. Понятно, ну, ребята, тут фейл. Чё-то я не могу выиграть. Мне сколько-то нужно нанести? Хотя, наверное, уже все, выиграли мы-то. Еще 10. Давай тогда попробуем изменить. Ну, я имею в виду изменить. И поставить. Вот смотри, у меня вот эти не выпадали. Вот это не выпадало. Эти вообще, блин, как-то вот не пойму. Рандом этот, конечно, бесявый. Давай попробуем сделать на хилах, например. Так, дальше что у нас там еще? Обычно берем этих. Возьмем так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Возьмем этого плюс. Давай, наверное, возьмем так. Раз, два, три.
Возьмем пару так. Пару миксов. Пару миксов. А что у нас еще дает хил? Не знаю, нужно ли нам грибы взять. Или лучше взять пару молоточков. Раз, два, три. Розу, розу, розу. Так, наверное, сделать. Ну и так вот, наверное. Плюс этого, на всякий случай. Попробуем. Так, я хоть... Подожди-ка, хоть то... Да, вроде то. Попробуем на хилах, ребята. Ну, как бы тут не чистый хил тут вообще. Потому что я говорю, чтобы сделать хил команду, нам нужно, ну, очень много. Например, там и алоэ нету, да, плюсы нету. Цветка, который вызывает малышей этих. Много чего нету. Ну, хотя бы так, попробуем. Угу. Вылезло чудо. Но у нас, по крайней мере, преимущество идет на одну энергию. Я не знаю, кто там, посмотрим сейчас. Ага, теперь будем знать. Такс, началось, да? Давай-ка вот так вот уберем. Вот, значит, как, да? 4-3. Короче, колода на пиратах. Поехали. Блин, надо было не так немножко сделать. А, подожди. Все нормально. Ага. Ну и что ты этим сделал? Или у тебя две таких? Ого, ну ладно. Я захиляю все равно, парень, можешь не волноваться. Я все равно захиляюсь. Микс. Окей. И вот так вот. Опа. Ага. Так, 7, 9. Такс. Ну что, поехали тогда. Поставим сюда. Проверочка. Упс. Да, друзья, тут, конечно, не прокатило. На пиратах разыграли. Ну что ты будешь делать-то? Вот не везет и все. А мы что, даже не нанесли урона ему? Там оставалось нам 10 урона нанести. Вообще ни разу не бомбанули. Да что вы мне подсовываете-то вот это вот? Ну, нафига вот так вот делать-то? Ё-моё.
Да ничего мне здесь не надо делать. Ландшафт не выпадает, хилище. И вообще, как тут? Без понятия. Интересно, девки пляшут. Ладно, допустим. Поменять бы нам этот ландшафт, если честно. Посмотрим, кто там у него. Что там за чудо влезет. Ты прикинь, а? Почему мне все так везет-то, блин, подстать, а? Ладно, шмыгнем мы его потом. Надеюсь. Сделаем так, так и вот так. И здесь вот так вот. Посмотрим, кто там. Понял я тебе. Костеплюй. Так, сейчас мы глянем, кто там у него. Вот так вот сделай, наверное. Хилищи. Ну, заморозить, понятное дело, вот этого. И прячь в нагробе. Ради бога. Так. Да я пока ничего не буду делать. Ну что, этот уничтожим, конечно. Этого молотком можно бомбануть, а этого... Этого можно и грушей. Нет, ну грушу мы, наверное, побережем. Жалко, у меня нету могилы едов всяких или что-нибудь в этом роде. Вот в чем проблема-то. Так, смотрим. Пират. Ага. Блин, как мне сделать-то? Этого ставим сюда. Этот перетекет или нет? Нет, не перетек. Ну, допустим. Что нам потом делать? 6, это 8. 8 в лицо, блин. Неприятно, конечно. Сработало, да? Пум-пум-пум. Думай, голова, думай, что тут можно сделать. Амфибию. Окей, пускай там будет амфибия. Этого надо бомбить, наверное, или как? Или ставить сюда что-нибудь, или кого-нибудь. Отлично. Ну и что, этого ты убьешь? Так, ребят, я вот так вот предлагаю сделать. И вот так. Да не может быть, блин. Так, три в лицо. 6. Блин, плохо. Срабатывай защита, давай.
Сейчас будем хиляться, друзья мои. Сейчас будем восстанавливать здоровье. И это все плевать нам. Ну что, погнали? Так, смотрим, что он там сейчас будет делать, и продолжим лечиться. А вообще-то просто уничтожим его. Ну, до свидания, наверное, да? Или что? Серьезно? Ну ладно. О как. Ну давай. Сейчас, ребята. Ну и все. Нет, ребят. Да как так? Да как так? Ай, ладно. Ребята, ты посмотри, что выпало мне. И главное, как кстати. Давай посмотрим, что он сделает. Да мне плевать. До свидания. Да, вот это я понимаю, ребят. Такой поединок. Я в шоке немножко. Но ведь прикольно получилось, согласись. Вау, сразу два задания. Так, выиграйте две игры растением-героем. Растением-героем. Кем будем сейчас играть? За какое растение? Я не знаю. Ребята, кстати, ежедневку-то мы сделали с вами или нет? Взгляд в будущее. Давай посмотрим, что там у нас. Зубастизил решил оценить карту события «Банановый сплит». Но есть хорошие новости. Зомби-мусор разместил перед ней свое надгробие. Интересно. А мы играем за Зимеха, я так понимаю, да? А кто у нас там в надгробии-то сидит? Зомби-мусор. Я хотел... Блин, ребят, я хотел переставить зомби-мусор. Давай, наверное, сразу так и сделаем. Какие сейчас у него, хоп. А, нет, все нормально. Два банана зато появляется. А что думаешь? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Странно. Так, мы с тобой сейчас призовем Гаргантюаху первую. Вот так вот я сделаю. Ты смотри, что жук творит, а? Давай раскидывай своих малышей этих. Угу. Блин. Ну давай на всякий случай так поставлю. Подсолнушки решил расставить, да?
А никаких тебе подсолнышков не будет. Точнее, подсолнышки будут, никаких этих тебе не будет. Ой-ой-ой-ой-ой, что он там? Вытягивает две карты. Ну что, наверное, пасхально будем ставить. Давай вот так вот я сделаю. И смотрим. Что ты там? Ох, ё. А вот это, ребята, плохо. 10 в лицо-то, конечно, это ох, как неприятно. Блин, он сейчас еще сюда этого малыша, блин, засобачил. Ну нафига, блин. Да все, тут, по-моему, кранты, ребят. О, да, он сейчас... Он прижучит. Две атаки. Защита, наверное, не сработает. Хотя, фиг узнать, проверим сейчас. Да, не сработало. Как бы и шансы были все на победу, но вот это вот, конечно, все испортило. Так, ладно, а у нас с тобой следующее задание — выиграть за растение. За кого будем играть-то? Орех на хилах? У нас есть орех на хилах, орех на орехах, так скажем. Ага. Что, попробуем? Это он? Это он. Поехали. Попробуем. А вот что-нибудь да получится. Угу. Ну, в принципе, годится. Давай сюда поставим. Угу, сразу хил-дорожку получили. А вот что он делает. Хм. Я думаю, пока ничего не буду здесь ставить. Вообще, по возможности, заменить бы ее, если честно. Смотрим. Ага, вылезло пугало. Если я сейчас поставлю хил... О-о-о-о. Если я сейчас поставлю хил, он, наверное, поменяет, мне кажется. Что-то мне подсказывает, что он... Ладно, поставим для начала так. Ну и вот так вот, наверное. Сейчас глянем, что там у тебя. Заморозка. Окей. Кого ты будешь замораживать? Его? Или его? Наверное, его будет замораживать. Окей. Так, ну что, поэтому бомба плачет.
Поэтому бомба плачет, ребята. О, пошла прокачка. Поехали. Прокачка, прокачка, прокачечка. Давай, наверное, сюда бомбанем. Жить, улетает. И... А смысл? А, смысл есть только вот так вот сделать. Все. Поехали. Сейчас посмотрим, что он тут сделает. Это в любом случае должен выжить у нас. Угу. Давай я сюда вот его перенесу. Вот так вот. Пускай стоит здесь. Опять он свое надгробие здесь ставит, а? Давай я сделаю вот так вот. Так. И, к примеру, вот так. Опять. Опять этот ханорик. Ладно. Отлично. Так, смотрим, что там дальше. Все? Или еще что-то будет? Безумие ставит. Бомбочка, как раз ты вовремя. О, что еще нам досталось? Делаешь вот так вот, да, значит? Блин, не посмотреть там, кто сидит-то у него. Посмотрим сейчас. Ага. Очередная. И здесь, что ли, еще заморозка? Да не может быть такого. Этого будешь замораживать? Ну, замораживай. Так, а здесь сумоист. Этого отодвинешь. А вот так вот. 6,3. Пока живем, ребят. Ну что, ставим стражника. В принципе, и все. Хилочку врубил, да? Поехали. Давай сюда бомбанем. Блин, совсем забыл, что он не может так делать. Ты, блин, серьезно, что ли, сейчас? Твою налево. А, у нас же защита. Тьфу. Все, живем, ребят. Живем. Так, убиваем этого хмыря. Твою налево, здесь-то как-то не подрасчитал я. Но, тем не менее, живем. О, спасибо. Thank you.
И вот так вот сделаем. Посмотрим. Угу. И все, что ли? Оп, хильнулись еще чуть-чуть. Жаль, стражника у нас подбили. Ты смотри-ка, а. Ты подорвался, да? Ребят, естественно, здесь делаем вот так вот. Пять в лицо. Ну, конечно, не хотелось бы. Поэтому сделаем... Блин, а тут получается 7 и 7. О, нет. Зачем я так сделал? Зачем я так сделал? Ребят, ну я затупил. Надо было взрывать к чертовой ножке всех на земле, и все. Согласись. Тупанул, пипец. Просто тупанул. Ё-моё. Да. Надо было взрывать действительно всех на земле. У меня же была бомба. Чё начал выпендриваться, а? А, друзья, у меня бы не получилось бы. Я же потратил бомбу на Гаргантюа, и поэтому я не мог взорвать всех на земле. Да. Там безвыходная ситуация была, получается. Ладно. Да ё-моё, достали. У меня нету надгробий, блин. Почему мне всегда достаются такие, где вот... Кто там у тебя? Понятно. Ну что с ним делать? По башке молотком ему стучать? Только такой вариант вижу. Сундук. Серьезно сейчас? Окей, ладно. Посмотрим. Ну, этого можно грохнуть, в принципе, сейчас через этот. И этого то же самое. Тогда меняется дело. Тинь. Так, вот сделаем с тобой. Угу. Так, защита сработает же. Давай сюда поставим орех. Так, не забывай, что у него есть кровожадность. Что он там делает? 7-5. Поехали. Пью. Где мои бомбы, друзья мои? Скажите мне на милость. Да вы издеваетесь, что ли, сейчас? Я не понимаю, блин, а?
Как мне тут, блин, прикрыться? Я не пойму. Ну давай сделаем так и вот так. Поехали. Надеюсь, заклинашки у тебя нету. Щит, отлично. Отлично, хоть на этом спасибо, блин. Так, бомбочка есть, вообще шикарно. Чеснок, великолепно просто. Сейчас все, друзья, получится у нас. Должно получиться. Поехали. Так, у него сейчас, наверное, тоже защита сработает, понятное дело. Бонусную атаку. Куда ты там бонусную атаку сделаешь? Сюда? Мне даже еще лучше сделал он. Просто, ребята, удружил, скажем так. Просто удружил. Слушай, а вдруг у него... Слушай, мы же можем сюда поставить? Сделаю, наверное, вот так вот на всякий случай. Мало ли что, поехали. Кровожадность, скорее всего, у него там будет. Или переместить. Так и думал, перемещение, ребят. Сюда ставит. Он сейчас куда-то уйдет, в другую сторону. Ну, а мы с тобой начинаем бомбить, ему крышка. Я так и думал, что он перемещение там прикарманил. Поэтому... перестраховался. Если бы я сейчас вот за счет растения бы, да, нам бы всего лишь там 2 хила прибавилось бы. Он бы нас размозжил бы. А так у нас все получилось. Не зря я атаку потратил. Ну что, друзья мои, да, сегодня была такая вот битва, сам видишь. Ну, жестко, жестко. И в то же время интересно. Это лучше, чем когда ты все время выигрываешь, да? Но когда и затягивается бои, тоже не очень хорошо. Ну что, мы с тобой ждем 2 дня 7 часов. Естественно, переходим с тобой на следующий сезон, открываем паки и будем смотреть, выпадут нам легендарки или нет. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.